Слава праву. Ну да, в туннель еще, блядь. Стоять, пожарка здесь. Так, можно развернуться. Сплошно нет, можно развернуться. Идите на парковку. Я сотрудник. Так, проверить машинку, блядь. Открыто, закрыто. Ну, точно, надо еще перекуснуть чуть-чуть. Мозги потом не пойдут. Ну как пойдем на нас, блядь? Так, нафтезинчик, чаю. Ну край нафтезин. А ща перекурю пока. Пока отойду. А, ладно, похуй, устраиваемся. Там надо будет машину взять. Доехать до этого говна, блядь. Перед же до этой пожарки доехать бы. Затушить бы что-нибудь. Какая у нас пожарная часть разомаса? Интересно, что машина забрала. Ну, похеру. Забьем, сядем, поедем. Это чайник свистнул, секунду. Ну, нам нужно авто. Конечно, один буду. Ну ладно. Можно покурить. Заправляйся давай. Следующий. Блять, я взял, закрыл транспорт и вышел. Охуеть. И залез. Ну. Пизда, а, Джей Лог. Пристегнуться на всякий.
молчал. Там вообще кто-то тушит, блядь, оказывается. Ёбаную сирену надо включить, блядь. Я знаю, что я пожарный, но все же. Заебись, блядь. Мудила, отошел, блядь. Как пелась песня, а нам похую, а нам похую. Пусть боимся мы волка и траву. А дело есть у нас в этот злоебучий час. Мы пожарные, косим три траву. Недалеко, кстати, где ты горишь, сучка? Да заткнись ты нахуй, сирена, блядь. Да ебать тебя колотить, два раза аж. Представляете, это подъёбка, блядь. Завалилась, блядь. Заебись, что тушишь пожар, куришь, ништяк, блядь. Блядь, а другой кусок пожара тушил. Игра пиздатая. Тут еще рвануть нахуй может, блядь. Блядь, надо от всего этого держаться подальше. Нахуй я бегать из машины с огнетушителем не буду, блядь. Мы сейчас потушим пожар и поим заправляться, блядь. У нас беда, блядь. Воды мало, вай. Интересно, в ту хуйню попаду, блядь? Попаду. Я, блядь, куда процент делся, сука? Тушись давай, блядь. Он, блядь, походу репорты пошли смотреть, всех банят нахуй. Ну какой-то пожарник тушил, судя по всему, это. Его ворвало, блядь. Тут да, взрывы добавились, особенно в лесу это дико, блядь. Дерево взрывается само по себе. Еб твою мать. Сука, либо, блядь, газовое, либо радиоактивное, нахуй. Стрёмное дерево, короче. Заебись, сидишь, куришь, пожар тушишь. Поэльная игра, блядь. Тоже неплохо. Был бы глюков поменьше, блядь. Чай вон остывает в машинке в термосе. Да, блядь. Куда нацелиться-то, ёбанусь. Сука,
здоровой рукой хуй нацелишься с моей больной точкой. Мотоциклиста тоже потушить. Ну, это я могу видеть. Блять, как рыбалка, кто тут рыбу тащит. О, блять. Ты что, приехал сюда пиццу доставить? Извини, братан, здесь уже все, блять. Клиенты пока не обслуживаются. Отлично. Сколько у нас воды? 260 литров. Значит, нам нужна пожарная часть. Это, блять, тут сложно, нахуй. GPS, блять. По работе. И первая пожарка, если не ошибаюсь, блять. Вот она. Отправится, блять. Ну, будем соблюдать правила, без мигалок, блять. Аккуратненько, красиво, блять. По правилам, блять, по тротуару, похуй. Нам налево, блядь. Пешеход, аккуратненько, где брынет. Блять. Пожарка походная с автоматикой, блядь. Раз двигатель заглох от столба. Ждем. Я знаю, но штрафов нету, но ждем. Мы же не на пожар торопимся, дайте уж ролеплей соблюдать. Блять, я бы тебя сейчас бил при повороте налево, ты бы охуел. Попал под пожарку, а ждал бы скорую. Хуйня-то какая, блядь. Ой, блядь, я обожаю эту игру. Настолько тут все беспредельно. Так, наша пожарка, блядь. Моя машинка стоит. Спасибо сталкеру за номера с тремя двойками. Пиздец, нахуй взял, сбил бочку, блядь. Да повернись ты, ебуть тебя, типа. Ну, где заправка, ебаный свет? А, вот, пошел, блядь. Там что-то горит. Да мне похуй, я заправляюсь. За денежки кончаются, нужно, блять, немножечко подзаправиться. Я надеюсь, что не слышно, но не слышно звук. Пока стримы не веду, болею еще, но, блять, уже лучше, уже играю. Так, чё у нас, блядь? Жилой дом. Включён навигатор. Навигатор здесь одно слово, блядь. По этому красному квадратику пойми, блядь, в какую степень ехать, блядь. Вместо пожилого дома, скорее всего, стопудово будет этот, блядь. Во, блядь, включилось. Пиццерия опять ебучая, блядь. Коль ты тут стал, не ебет у меня мигалки, блядь. И запись, блядь. Ну и куда, блядь? Давайте сюда поедем, блядь. Машина носит, как будто это леговский конструктор, блядь. Попробуйте лего растолкать до 25 км в час и заставить его повернуть. Вы охуеете, блядь. Блядь, куда здесь? Налево, блядь? Винтов можешь затушить, блядь. Нахуй все, блядь, я здесь еду. Тут еще и перестрелка, блядь. Блядь. Ладно, поехали здесь, похуй. Дорога как-никак, блядь. Я в душе не разбираюсь здесь в этой карте, я новичок, блядь, ну,
Судя по всему, нам направо, блядь. Да где ж ты ебучий дом ты горишь, блядь? Ага, блядь. И куда, блядь? Давайте направо, я слышал звуки взрывов. Вон там маркер, ага, блядь. Ой, пожарники, нам похуй, мы, блядь, через песочницу детскую проедем, блядь. Так, мы приехали, чё у нас, блядь? Вот, блядь, да, от этой хуйни, блядь. Заглохни, нахуй. Надо держаться подальше, блядь. Бля, и чё тушить-то, ёпта, я не попадаю по огню, хотя по нему попадаю, блядь. О, процент пошел, хорошо, блядь. Чё же они у подъезда, блядь, газовые баллоны хранят, что ли, блядь? Ебать меня так. Вот так вот, блядь, нахуй. Заебись, мы пожарные, блядь. Охуеть. Все, блядь. Кукуем нахуй. Ой, ебаный рот, блядь. Где я хоть оказался, блядь? Луна, луна. Пиздых, пиздых. Ебаный карась, блядь. Не, ну я лайфхак уже знаю, блядь. Сейчас мы здесь подлечимся, блядь, так вот бесплатно. Курс психиатрии мне не нужен, мы дошли за... Я, блядь. Сука, ладно, ждем, блядь. Я ролик потом склею. Здесь просто на самом деле все просто, блядь. Выходим из игрушки нахуй. А машину я не парковал. Она появится на штрафстоянке рядом. Садимся в машину, едем на пожарную станцию. Вот. И это. Врачей здесь нет, я бы сейчас по это. Парамплеер будет. И все, и обратно, блядь. За машиной. А хули тут, блядь, больше ничего не сделаешь. Ну вот так вот и играем. Сломалась половина, да? А, нет, нормально. Тут кто-то есть из нашей шайки, нет? Да в душе не ебучь, что твоя за шайка, блядь. Ой, Илюх, здорово. Чудовище лохбат с велосипедом, блядь. Ужас какой. Нахуй мой велосипед, блядь. Так и едьте, блядь. Бабла мне хоть заплатили, блядь. Как говорится, ебал я в рот ваш горящий дом, блядь. Ой, пиздец. Ну, зато у меня, кстати, полный набор. У меня есть лицензия на оружие, блядь, права. Мидкарта. Со сталком решили. Меня устроить кое-куда. Пока все получил, охуел, блядь. Минус 250 кусков, блядь. Тут заработок пожарного, блядь, от силы, да. Хоть сейчас в игре посиди, блядь, полтинник получишь. Блядь, может меня вылечит кто-нибудь нормально, а, блядь? А, ну да, врачей-то у нас тоже нет. Да. Ебучий домик. Пожрать еще надо теперь будет. В пожарной части там, блядь, слава богу, столовая, блядь. Ну, как сказать, бесплатная, блядь. 2000 за бургер, блядь, это пиздец. Я их в гробу видал. Ладно, похуй. Ща перезайдем. Потом сделаю ролик, как играем. Если сегодня стрима не будет, а еще пока не очень способен все смотреть. Ребят, болею. Я вам запишу и выставлю премьеры вот это. Новичок. Не канал новичок. Я новичок. Просто новичок. Играем, блядь, вроде на ролплей. В одиночку. Пытаемся что-то понять. Что-то сделать. Как-то сделать. Зачем-то сделать. А хуй его знает, блядь. Ну, судя по зарплате, ебашим за кашу, блядь. Я смотрю, он в чате, кстати, смотрите, всех банят, 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 блядь, заебись. Все, блядь, меня вылечили, нет, блядь. Выпустите меня на свободу, я не псих, блядь. Так, и где я, блядь? Да хуй его знает, блядь, честно скажу, давайте карту посмотрим.
О многом она мне говорит, с учетом того, что я нихуя не знаю, блядь. Ладно, чё, перезаход. Сейчас читерим. Ну, а для вас это пройдет быстро, это будет склеечка. Так, ну мы продолжаем. РПшку, напоминаю, нас ебануло на пожаре. В пизду искать свою машину, куда-то ехать, вызывать такси. Вышел из игры, зашел в игру. Сейчас у меня надо штрафстоянки, она не припаркованная. И снова едем в пожарную часть. Снова устраиваемся. Так, у нас пропал худ. Ну, блядь. Я не знаю, с чем это связано. Как оно лечится, блядь. Это пиздец. Ой, нам какая-то хуйня выпала, блядь. Давайте вытащим, посмотрим. X4 донат, при исполнении суда будете получать X4, а за донат по пополнению счета на ваши счеты. Да, в гробу ебал, это что вообще за хуйня? Вот. Короче, херь какая-то, ладно. Бронзовая рулетка, блядь. Нет, тут наркота выпала, спасибо, нашел урну, чтобы ее убрать, блядь. Это на самом деле, не, ребят, реальный приз, блядь. Что нам не даст, интересно, эта бронза? Выиграла в рулетку наркоту, выпала, блядь. Сука, я сейчас заговариваюсь. Вот. Изготовление крафта редких товаров. Вот. Ты ее получил, мусорки рядом нету, тут хуяк с менты. Все, тебя завалили нахуй за наркотики с собой, блядь. FD Morgan, блядь, минут так на 30. Охуенная рулетка, блядь. Я ебал, блядь, такой в рот, блядь. Так, ну а мы продолжаем. Бежим до штрафстоянки. Я понимаю, это скучно, я постараюсь вам это ускорить. Блядь, сука, где моя информация, блядь, обо всем? Может, придется перебежать, блядь. Чувак, только не задохни, сбавлю. Это я сбавлю ход. Почему нет сообщения «погиб при исполнении служебного долга», блядь? Не знаю, было бы интересно. Ведь водителям автобуса работать безопаснее. Вот что, стоянка уже, кстати. Ну, сейчас посмотрим, может, машину сяду, все заработает. Ебашим за кашу. Все, чувак, выдохся, блядь. Я даже не знаю, нужно мне пожрать, не нужно. Ладно, у пожарной части там все есть, блядь. А это что самое интересное? Не знаю, что у тебя там самое интересное. Да ёб твою мать нахуй, стамина, блядь, ну как в фазме начинается, блядь. Отдышись уже, добеги, вон стоянка, блядь. Машину возьмешь. Так ты рохля, ёбаная, блядь. Мусора ездит справа. Я, до меня не доебаться, блядь, у меня все есть. Так, где наша маздочка? Все, и машина на месте, блядь, ее самостоятельно эвакуировали, блядь. Не надо за ней бежать, ехать на такси. Это, конечно, удобно. Все, чувак, выдохся, блядь. Ну добеги, осталось чуть-чуть, блядь. Ура, блядь, ты это сделал. Так. Я уже забыл, как туда ехать-то, блядь. Это не для новичков, по-моему. Где у нас пожарка, блядь? Вот это ближайшая первая отправится, блядь. Заведи машину и приступи. Ну вот, опять наш длинный путь, непонятно куда, по этому квадратику, блядь. Помню, что вроде направо, блядь.
ебаных столбов понастроили. Что надо за светофорами следить, информации-то никакой нету, блядь, игра глючит немного. Видим хотя бы зеленый, блядь. Чего ты тут делаешь без сигнала, блядь, чудище? Поехали мне с тобой надо, блядь. Надо было, наверное, повернуть. Кто что говорит, вообще нихуя непонятно, блядь. Вы что, не слышали, что сейчас сказали? Я тоже нет. Где здесь светофоры? Чего здесь светофор? Здесь красный, блядь. Идем. Бля, он на пожар, интересно, летает или до станции, блядь? А не пойми, куда летает, блядь. Он вообще уехал. Ништяк, блядь. Ну ладно, мы поехали искать станцию. Зеленый. Тут движение не как вон та, что я стримил. Тут, блядь, хаотичная броуновская. Кто учил физику, тот поймет, что это значит. Но мы все равно продолжаем наш светлый путь на защиту отечества от разрушений. Вот колесо я точно помню, мы со сталком проезжали всегда. Зеленый. А я успел. Чуть чувака не въебали, ну ладно. Тут управление такое, похуй. Красный. Встречка стоит, но это нормально для этой игры. Ну, вон еще кто-то перевернулся. Это тоже нормально. Чувак на крыше забора. Нахуй он там застрял, блядь, никто тоже не скажет вам. Короче, продолжаем ездить. Так, во, мы видим уже нашу точечку. Значит, нам сейчас направо. И вот она, наша пожарная часть. Все, паркуем тачку. Продолжаем бороться с... Мышка, ты куда делась? Это тоже нормально. С огнем. Так, глушим машину, выходим из машины, проверяем лог, блять, я нихуя не помню. Машина закрыта. Все, бежим устраиваться на следующий пожар. Вот. Ход у нас, кстати, так и не появился, заметил. Пожрать, ну, кстати, пожрать здесь тоже вопрос, блядь. Надо как-то вот так вот тыкать, потом вот так вот тыкать. Ну, вот он вроде пожрал, блядь, а что пожрал, сколько у нас чего, как? Непонятно. Ну, а как мне ход-то включить, алё, блядь? Может, команда есть такая специальная, если его глючит. А, стоять что-то было. Пьют. Scale fix. А! Отфиксить шкалу. И чё? Мне кажется, что она это... Не фиксится, вам не кажется? Так. Давайте, какой у нас... А как я узнаю свой ID, блядь? Ну, заебись, так и играем. Не знаю, дайте какое-нибудь число введем просто. Один, блядь. Слишком много. Ага. А ноль. А если так? Короче, в общем, хуй нам нарыло, блядь, не хит. Ну ладно, посмотрим. Там хотя бы нам сообщают. Хотя бы здесь показывается, сколько воды, блядь. Да нахуй мне закрывать рабочий транспорт? Кому нужна эта пожарка ваша? Я заглох. Пока запаркуешься, блядь. Ну давайте, J-Log. Как чё увидеть, я все равно не понял. Настройки что ли, зайдем какие-нибудь, блядь. Похуй. Пожарные навесы, блядь, господи, прочитал на ёбсы какие-то.
Ладно, заливаем воду, едем на пожар. Нет, там вроде жратвы и все остальное было нормально. Да, надо. Пока вам ролик сделаю. Так, файерс, блядь. Арзамас средний, блядь. Этот дом так и не потушили, что ли, блядь? Не, ну кто-то им занимается, конечно, смотри. Давайте, да, едем, поможем, блядь. Может, кого-то там тоже ёбнуло, блядь. Если успеем доехать, конечно. Так, мы пожарники, нам можно по встречке, блядь, по трамваям, похуй. Блядь, так можно машину ёбнуть. Так, вроде домик недалеко был, блядь. Тушение прекратилось. Заебись. Чувака, походу, въебало, блядь. Ебать тут, блядь, что перевернутый валяется, тут он стоит, блядь. Вообще, идите нахуй мне налево, блядь. Я же налево? Ну да. Сюда и направо, я где-то по дебрям путешествовал. Так вот, да, по дорожке вот ехали. Да, походу, чувака ёбнуло, блин. Ага, точно, помню, до конца доезжали, нахуй. Походу, его тоже взорвало. Пиздатое задание, уровень сложности средний. Мишка просил летсплей, Мишка, вот тебе летсплей. Без стримов. Да, точно, сюда, налево, блядь. Здесь у нас маркер, блядь, должен быть. Так, все. Да, глушись, нахуй. Так, а что у нас для горит-то? Это у меня мышка глушит. Батарейки надо снять. Надо дерево потушить. Дерево это, блядь, серьезно. Надо у него еще только попало. Стоять? Где попал? О, попал. Не пожар жилого дома, это пиздец, а не пожар, блядь. Весь дом выгорел нахуй. Так, затушили. Давайте дальше, блядь, ну как-то не знаю. Аккуратнее, блядь, чтобы нас не ёбнуло в пизду, блядь. Нацелиться струей, блядь, здесь вот в этот, блядь, огонек очень сложно. А почему я тушу в машине? Нельзя машину покидать больше, чем на минуту. Она пропадет, блядь. Можно перезаходить смело, блядь. Да где ж ты горишь, сучка, блядь? Ты здесь горишь? Нихуя себе, огонь тебе ниже нарисовали, блядь. И правее чуть-чуть. Ладно, бывает такое. Так понимаю, мы горим только с этой стороны. Интересно, кто у нас там, блядь. Бедолага пытался, кроме меня, этот дом потушить, блядь. Тут взрывы одни, блядь. Надеюсь, вам летсплейчик понравится. Кто, кстати, ходит, пожалуйста, Родина, Южный округ. Присоединяйтесь. Вот. А нам сейчас точно воды не хватит, и не хочу с огнетушителем бегать. Нет. Сейчас со сломанной рукой, блядь, здесь с огнетушителем бегать будет. С пожарных в городе нету, блядь. Вот самое сложное это верхнее, блядь. Как вот это ебучее дерево затушить, блядь? Куда здесь целиться, блядь? Видите? Не проходит сообщение. Сейчас, народ, секунду. Ох ты. Сейчас я позвоню. Ага, это WhatsApp глючит. WhatsApp глючит, я даже не слышал звонка сейчас. Ладно, народ, у меня сталкер на линии. Я заканчиваю наш летсплейчик. Вот. Если захотите увидеть ролики дальше по работе, пишите в комментариях, сделаем. А так, всем кучу.
Кусь-кусь, с вами был RCB, канал Zantic Channel.